наша пункта шайки, только громко на малую нашу землю потряс, на горели наш время, время выбрало нас. Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня мы начинаем нашу передачу «Время выбрало нас». И сегодня у нас в гостях, я бы сказала, наиумнейший человек, легенда нашего города, ученый и философ Орлов Владимир Вячеславович. Здравствуйте. Добрый день. Владимир Вячеславович, давайте сразу в карьер. Почему вы стали философом-марксистом? Ответ довольно прост. По моему убеждению, только марксизм является действительно научной теорией, философской, политэкономической, социальной теорией. Он прекрасно аргументирован. Марксизм сейчас все больше и больше овладевает умами людей, причем людей разного ранга, разного уровня образования. Конечно, прежде всего те, кто имеет достаточно опыт, достаточную интуицию, достаточно высокий уровень образования. Возьмите, в 1999 году BBC провело опрос по интернету. Опрос был так: кого считать человеком второго тысячелетия? Вначале вышел Эйнштейн, там еще кто-то, потом вышел Маркс, и, безусловно, подавляя все остальные кандидатуры, Маркс был признан человеком второго тысячелетия. Это ведь не случайно. Мир развивается точно по Марксу. Марксизм аргументирован прекрасно, философия, скажем, политическая экономия Маркса. Поэтому действительно ученым сейчас можно стать, только разделяя позиции Маркса. Сейчас нам очень часто вообще мы сталкиваемся с аргументацией, все-таки сейчас у нас буржуазная Россия, и очень многие политологи, социологи обвиняют марксизм в том, что он не может объяснить современную ситуацию в России, реставрацию капитализма, и не описывает дальнейшего развития общества. Так ли это? Есть такое мнение, я бы сказал, очень примитивное. Все это, конечно, не так. Марксизм не дает никаких, рецептов, точных, по срокам, тогда-то произойдет то-то. Марксизм раскрыл основные законы общественного развития. Марксизм дальше дает анализ текущего положения дел. И сказать, что то, что произошло с Россией, нельзя предсказать с позиции марксизма, это неверно. Все идет, можем сказать, в конечном счете по Марксу. Марксизм всегда считал, что исторический процесс идет не линейно, он идет, поступательно и с многими отступлениями. Есть революции, есть контрреволюции. И, конечно, надо, кроме общей марксистской теории, владеть еще опытом жизни и умением подвергнуть анализу с марксистской точки зрения того, что происходит. То, что произошло с Россией, между прочим, многие предсказывали. Например, Фидель Кастро за много лет до нашей этой ельцинской контрреволюции, до этого нарочитого развала СССР пятой колонной, предсказывал, что произойдут такие много отрицательные вещи. Марксизм, повторяю, действительно рассматривает исторический процесс как сложный, с этими приливами, отливами. Ленин предупреждал в 1922 году в книге «Детская болезнь левизны в коммунизме»,
именно левизны. Вот это тоже детская болезнь левизны. Ах, марксизм наука, значит, он должен все предсказать. Сам все предсказать. Но наука же вообще не предсказывает. Она наука может предсказывает, дать концепцию, но она предсказывает тенденции, предсказывает крупные перспективы, а вот остальное зависит от опыта партии, опыта государства, опыта руководства. Если бы во главе СССР стояли более подготовленные люди, не этот бездарность Горбачев, если бы не было вот это руководство такое во многом, так сказать, престарелое и теоретически мало подготовленное, вот со времен Сталина у нас ведь не было очень хороших теоретиков во главе партии. Да. Хрущев же это не теоретик, в хотя нельзя сказать, что все, что он делал, делал плохо. Мы, между прочим, предсказывали многие отрицательные моменты. Мы, философы, коммунисты, не только коммунисты, выступали с предложениями, которые вот, были направлены на исправление определенных недостатков. Ну вот, я могу сказать, что я и мои коллеги предлагали. Ну вот, в 1974 году на декабрьском пленуме, тогда такие были декабрьские пленумы, была высказана мысль, что Брежневым, кстати, Леонидом Ильичем Брежневым, что надо менять саму философию планирования. Вот это очень глубокая была мысль в 1974 году. К сожалению, эту философию планирования не изменили. Во многом из-за доли, заметной доли догматизма у наших теоретиков в том числе. Вот как я понимал это изменение философии планирования? В 80-е годы на базе моей кафедры, кафедры философии Пермского классического университета, был создан проблемный совет. Вот достоинство той власти, в частности, вот было в том, что организовывали проблемные советы при кафедрах, при учреждениях, которые, с моей точки зрения, очень многое смогли наработать. Вот мы в моем проблемном совете разработали концепцию изменения философии планирования. Кратко очень скажу. Вообще планирование – это, сказать, веление времени. Капитализм и тот стремится планировать сейчас. Почему? Потому что без планирования капитализм погиб бы уже в 1932-33 годах. Это был такой кризис, который почти привел к гибели капитализма. Но вот за счет введения регулирования и определенной части планирования капитализм спасся. Сейчас та же проблема перед капитализмом стоит. Планирование – это важнейшее требование современного общества, которое называют еще постиндустриальным обществом. Вот Россия от этого отстала, Россия реформами ельцинско-путинскими отброшена от постиндустриального общества. Развитые страны Запада входят в так называемое постиндустриальное общество. Так вот, стратегическое планирование там считается одним из ближайших принципов. Но вот как проводилось планирование у нас? Вообще планирование в СССР дало колоссальные результаты. Опыт нашего планирования был использован всеми ведущими странами мира по-своему. Например, японцы очень основательно использовали, например, использовали метод балансов. Балансовый метод сейчас заброшен в России. В Японии балансовый метод развит, даже по сравнению с тем, что был в СССР, еще дальше был развит. Так вот, планирование у нас проводилось по модели большой, плохо иерархизированной системы. То есть составляли, прежде всего, ряд главных показателей на уровне Госплана. Эти цифры дальше делили вплоть до предприятий. Ну вот такой план, конечно, сыграл огромную роль до войны. Без этого нам бы не выиграть такую тяжелейшую битву с фашизмом. Но после войны, когда наша экономика получила заметно более развитый, восстановилась и получила развитый вид, надо было это планирование менять. Чем? Надо было давать
некоторую самостоятельность, то есть как бы вводить элементы рынка, самостоятельность предприятиям, самостоятельность отраслям. Какую самостоятельность? 10% или меньше, или больше, это надо было установить. Вот мы философски разработали концепцию, что надо переходить к планированию по модели большой, хорошо иерархизированной системы. То есть, чтобы сверху донизу все не диктовалось вот так вот путем дезагрегации цифр, вот, вплоть до отдельных предприятий. Я правильно понимаю, чтобы это были какие-то элементы самоуправления? Да, конечно, конечно. На предприятиях, в тех же колхозах, совхозах? Да, с моей точки зрения, что процентов 10 должно, 10-15. Кстати, такую идею у нас высказывали ряд руководителей еще того советского времени, но буквально уже вот в 89-90-е годы. К сожалению, реформы пошли по совершенно ну, как сказать, абсурдному пути, по пути уничтожения планирования, сведения государственной собственности к минимуму. А это, вообще говоря, и завело теперешнюю Россию в тупик так, что, например, в докладе 2010 года немецкого демографического института доклад назывался «Исчезающая держава», Россию назвали «Исчезающей державой» и прописали, как она будет исчезать по годам, то есть довольно уже скоро, по их подсчетам. И это все результат вот этих грубейших, бездарнейших реформ Ельцина, Путина, Медведева. Владимир Вячеславович, я бы даже не рискнула называть это событие реформами. Как-то мне бы хотелось, ну, честнее, если сказать, то это не реформы, а просто грабеж с растаскиванием страны. Это погром великой державы. Ну, примерно, да, именно так. А вот что сегодня? И совершенно безграмотные причем. Они экономически, философски, социологически совершенно безграмотные. Я боюсь, эти вопросы их не беспокоили. Я думаю, их беспокоила только власть и прибыль. Ну, очень хорошо о том, почему СССР был разрушен, сказал Кастельс. Кастельс – это один из крупнейших социологов, футурологов. Он один из создателей теории постиндустриального общества, так сказать, второй волны, так называемой. Вот он объяснил. У него трехтомник вышел, в третьем томе, том весь не переведен, переведен один том с добавлением из третьего тома на русский язык. Где-то в 2000 году он переведен, можно достать, можно купить легко. Купить, впрочем, уже трудновато, в библиотеках они есть. Так вот, Кастельс пишет, что исчезновение СССР не было исторической необходимостью. Это первое. Второе. СССР был уничтожен по следующим причинам. Во-первых, из-за стремления части элиты, то есть вот той элиты, которая воспользовалась ситуацией, к обогащению, захвату государственной собственности. Дальше, неграмотностью экономистов, внезапно поднятых на вершину власти. Ну, речь понятна о ком. Конечно. И каких экономистов. И о тех, которые сейчас сидят. Ну и, наконец, рекомендациями Международного валютного фонда. Все эти рекомендации направлены были на подчинение экономики Соединенных Штатов. Международный валютный фонд целиком под контролем Соединенных Штатов. И вот известно, что ни одна страна, которая принимала рекомендации Международного валютного фонда, ни одна страна не осталась независимой. Все они попали в экономическую изумительность Соединенных Штатов. Так же, как сейчас и Россия. Но вот степень экономической зависимости России обычные люди, как говорят, нормальные российские люди, даже не представляют, как далеко зашла потеря нашей самостоятельности. Вплоть до того, что сейчас, ну, безусловно, вообще, если у нас все стабилизационные фонды хранятся в американских бумагах, ну, безусловно. Не, Владимир Вячеславович, вот вы уже начали говорить,
А можете развернуть и рассказать, что, на ваш взгляд, представляет собой сегодня российская модель общества? И вот если все так дальше продолжится, каковы вообще перспективы ее развития? Они вообще есть? Ну, основные черты, если так выделить, прежде всего, это дикий капитализм. Капитализм в его грубейшей форме. Примитивный. Да, в такой примитивной форме капитализм был только в начале, там где 17-18 века. Дальше, переход к капитализму в конце 20 века, когда в мире тенденции перехода к социализму весьма сильно выросли, это особый вопрос, я могу о нем рассказать. Переход к капитализму – это дикость, абсолютная дикость. К чему она привела, мы видим, к исчезновению великой сверхдержавы, к тому, что эта держава попала в число исчезающих держав. Ну, дальше, черты вот этой, так сказать, конкретной державы. Основа общества всегда экономика. Экономика, ее техника, экономический, так сказать, уклад и собственность, структура собственности. Ну так вот, наша экономика в результате этого погрома, начатого во времена Ельцина, в темные 90-е, продолжающегося сейчас, установившихся, правда, уже формах, подверглась деиндустриализации. Вот важнейшая черта нашей экономики – деиндустриализация. Значит, 20-30-е годы Советский Союз в исторически кратчайшие сроки осуществил колоссальную индустриализацию. Создал великую сверхдержаву, которая победила фашистскую Германию, объединившую собой в то время экономические ресурсы всей почти Европы. А теперь деиндустриализация. Значит, Запад, вернее, так сказать, основные ведущие страны мира, и Запада, и Востока, переходят в особую стадию капитализма, очень любопытную стадию капитализма, об этом стоит поговорить. Ее называют постиндустриальное общество. А Россия претерпела деиндустриализацию. Вот эта деиндустриализация не замечалась 20 лет никем, но вот теперь под давлением левой критики, марксистской критики, господин Путин даже уже однажды сказал, что у нас была деиндустриализация. Мы об этом говорим уже 20 лет. Путин только сейчас об этом вдруг узнал. В общем-то, это, конечно, жесточайшее отбрасывание назад в историческом так, развитии. Ну вот теперь дальше, в чем это заключается? Деиндустриализация еще не все. Страна обладает независимостью, самостоятельностью, существует как уникальное образование, то есть вот Россия там, или Германия, Великобритания, когда она обладает своей собственностью. Как обстоит дело с собственностью в России? Об этом и Путин, и Медведев молчат, как воды в рот набрали. Но нам известно, это каждый слушатель, вот каждый из тех, кто нас сейчас слушает, может легко найти эти данные. Надо набрать по поисковику любому в интернете слова «таблицы Симчеры». Симчера. Славянское имя. Это бывший директор Института статистики Академии наук России, который в 2010 году ушел с директорского поста, заявив, надоело обманывать, надоело врать, вернее, так он сказал. Вот что в этих таблицах есть? Главное. В таблицах даются данные, какой процент собственности России принадлежит иностранному капиталу. Официально указывает цифра 20%, а на самом деле 75%. Стало быть, России на 75% нет.
Ну, поймите, да. России на 75% как самостоятельной державы нет. А что планируется дальше? А дальше и Путин, и Медведев планируют дальнейший погром, распродажу оставшихся хороших предприятий государственных. Ведь сейчас, по сути дела, российское государство банкрот. Российская система, российский капитализм является полным банкротом. Да. В чем это выражается? Вот это широко уже известно, то чтобы знали ли все, кто в этом, понятно, заинтересован. Мы заинтересованы все. Мы русские, татары, мордвины, все, кто живет в России, в этом заинтересованы острейшим образом. В России планируется вот, режимом Путина-Медведева в этом 2013 году продать госсобственности на $300 миллиардов. Значит, закрыть дыры вот тем распродажей тем, что не они создали. На следующий год планируется на $380 миллиардов. То есть банкротство прикрывают распродажей того, что создано советскими людьми. А вот каково реальное положение населения России? По данным Организации Объединенных Наций, по критериям Организации Объединенных Наций, 90% населения нашей страны живет ниже черты бедности. Ту черту бедности, которую прописали наши власти, это черта бедности смехотворна. На самом деле, черта бедности, которая отмечается для нормальных современных развитых стран, Организации Объединенных Наций, находится намного выше. Намного выше. Вот возьмите, Путин, гражданин Путин, недавно сказал, что у нас вот повышается средняя пенсия. Эта пенсия равна там сколько в среднем 5 с чем-то тысяч. Но ведь это уровень чего? Это уровень тюремного пайка. Ну, практически, да. Ну, Владимир Вячеславович, смотрите, мы, в общем-то, отдаем себе отчет, что точка невозврата для России пройдена. Какой выход из страны есть сегодня? Какие меры надо предпринять для этого? Я не могу согласиться с тем, что точка невозврата пройдена. Пройдена точка невозврата – это гибель России. Вообще говоря, гибель России предрекают многие. Такие расчеты есть. Почему? А что останется? У нас дичайшая структура собственности, вот в продолжение того, что я говорил. У нас в 2003 году отмечалось, что госсобственность – это на 4% предприятий. Если брать в финансовом положении, то отношении финансов, то вложение российского государства в экономику только 11%. Такой дикой структуры собственности, такого уничтожения госсобственности нигде в мире нет. У кого они учились? У кого учился Ельцин, не будем говорить. У кого учился Путин и Медведев? Когда, скажем, в Соединенных Штатах 30% госсобственность была, а с кризисом повысилась еще на 7%. Когда во Франции и Германии 40-45%, в Швеции 60% госсобственности, в Финляндии даже, по моим прикидкам, даже около 70%. В каком же положении дичайшем оказывается Россия вот этим бездарным руководством? Она идет к гибели. Но точка невозврата не пройдена. Ну, что об этом говорит? Об этом говорит, что в России начинает складываться революционная ситуация. Вот то, что было на Болотной площади, площади Сахарова, это первые более-менее заметные тенденции. Ну, мы знаем, какая часть населения там выходила. Кстати, средние слои во многом были на Болотной. Это означает, что их уже тоже сильно задело. Программа вывода страны из вот этого гибельного состояния разработана Коммунистической партией Российской Федерации. Что в этой программе самое главное, с чего надо бы начать сейчас, конечно? Конечно, это
национализация стратегических направлений экономики, стратегических направлений. Дальше, это введение нормальных налогов, которые во всем мире есть. А то к нам уже все, простите, жуликоватые люди, которые не хотят платить во Франции, скажем, налоги, уже начинают бежать к нам, а Путин уже с радостью одному из них даровал гражданство. За какие такие заслуги? Владимир Вячеславович, тут наше время истекает, нам подсказывает оператор. Мне бы хотелось задать вам последний такой вопрос. Я считаю, что социализм – это будущее этого мира, не только России, всей планеты. Потому что, на мой взгляд, существует, как обычно всегда в истории человечества, две крайности – социализм или варварство. Скажите, пожалуйста, вы разделяете такую точку зрения, что социализм – это будущее мира, человечества? Безусловно. Более того, я хочу сказать, что развитый капитализм сейчас пронизан мощными тенденциями, которые подготавливают появление социализма. Вот эти тенденции выражены в так называемом постиндустриальном обществе. Это вообще тема для особого разговора, чрезвычайно важного. Почему мир переходит к постиндустриальному? Почему Россия отброшена от постиндустриального общества? Ведь посмотрите, многие авторы теории постиндустриального общества называют это общество, знаете как? Постбуржуазным, пострыночным, посткапиталистическим. Я-то лично считаю, что революционные тенденции во всем мире очень сильно назревают. Вот наши средства массовой информации об этом умалчивают, а ведь совсем недавно в Соединенных Штатах сотни тысяч людей выходили на площади. Сотни тысяч людей с протестами. Я думаю, вообще, я уверен в том, что 21 век – это век социалистической революции во всем мире. Спасибо. Сегодня у нас в гостях был Владимир Вячеславович Орлов. Друзья, хотим вам пожелать всего наилучшего. И хотелось бы вам отметить, марксизм – это не догма. Это живая философия. Не надо относиться к социализму как к вещи. Надо зреть в корень. Зрите в корень, друзья. Время нас собирало в боевые полки. Время нам выдавало нас от пункта сойти. Только громко на нашу землю потряс. Нам